И снова всем привет. Сейчас мы будем делать фаршированный картофель. Это, можно сказать, любимое блюдо из детства. Будем его готовить в скороварке Orson 5010. Готовить буду при помощи вот такого приспособления. Это еще с тех давних времен, которое у нас было в детстве, это приспособление. Не знаю, где мама его взяла. Но факт, что оно у меня есть. Очень вкусно. Очень быстро. Вот такие шикарные спиральки. Сейчас немножко они другие продаются. Не знаю уж, насколько хороши или плохи, но вот это просто замечательное. Фаршировать буду куриным фаршем с луком. Тут я уже его приготовила. Лучок, фарш. Готовить буду в таком молочно-сырном соусе, как бы. Подливе, как это правильно сказать. Конечно, усилия требуются, чтобы вырезать эту змейку. Ага, последняя осталась. Две. Так, видите, какие длинные спиральки такие? Пьюм. Они очень вкусные. Она проваривается, такая картошечка становится. В детстве, мне кажется, я больше спиральки эти любила. Так, промоем. Промоем, 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 промоем. Так, здесь у нас молоко, сыр. Фарш готовый. Посолила, поперчила его. Фарш из куриных грудок, из филе куриного. Лучок туда. Вот так укладываем сверху вот такие сосисочки эти. И из оставшегося фарша у нас тут получится с вами пар таких котлеток-фрикаделек. Мы их прямо вот сюда вот на дно корзиночки. Чаши, корзиночки тоже мелю, сама не знаю что. Вот так, сейчас покажу. Вот, видно? Вот. Все. Делаем, ну, как бы заливку сырную. Используем сыр. Ну, грамм, наверное, получается 50-70. Вот на глаз. Наливаем туда молока. Получается 250 миллилитров. Так, вкусной сольки положу. Ну, получается немного, потому что фарш у меня соленый. Взбивает для того, чтобы не тереть на терке сыр. Он сейчас просто так измельчится и все в молоке. Да.
очень быстро. Заливаю этой смесью. Видите, сыр там. Сыр с молочком. Все это вот заливаем. Сейчас так все залили. Молочком все это сделали. И сейчас поставим в скороварку готовиться. И ставим все, теперь чашу ставим в скороварку. Ставим в скороварку. Закрываем. Выбираем режим. Так, я выберу режим. Курица. Курица. Нет, нажала не туда. Выберу режим курица. Время поставлю 40 минут, чтобы прям картошка была такая томленая, потому что картошка недавно выкопана, она, ну, как бы не то, что картофель, который полежал, поэтому как молодая она еще считается, поэтому ее подольше поготовить. Вот ставлю 40 минут и начинаем готовить. Через 40 минут мы с вами встретимся. Наша картошка готова. Открываем аккуратно, чтобы не обжечься. Горячо. Ой, она прям получилась такая томленая. Я сейчас покажу. Ой, мне даже доставать. Страшные эти. Прям такие хорошенькие, такие томленые. Картошечка разваристая. Просто прелесть. И вот эту вот, типа фрикаделечки сверху положу. Котлеточка такая. Всем приятного аппетита. Пока-пока. И до новых встреч. Тарелочки. Видите, она какая. Всем пока-пока и до новых встреч.